занимается там рыболовством, начиная от рыболовства, заканчивая там космосом и энергетикой. Чем интересно для вас ОЭСа? Это прежде всего хорошие измерения, аналитика, как я уже сказал, методики и, так сказать, охват глобальных повесток, попытка найти тренды завтрашнего дня, это лучшие практики и кейсы, и разработка политик и стратегий, которые помогают государствам уже разрабатывать свои национальные стратегии. И, безусловно, документы ОЭСа, исследования используются для подготовки национальными правительствами своей нормативной базы и своих, значит, уже внутренних документов регулирования. Значит, ну, как я уже сказал, ОЭСР претендует занять место такого глобального think tank и стандарт-сеттинг организации. Значит, вот здесь вот вы видите, что акты не являются в том числе рекомендации. Рекомендации вот по блокчейн пока ОЭСР не выработала, она к этой теме подходит аккуратно, потом я дальше расскажу конкретно, что делает ОЭСР именно применительно к блокчейну. Инструментами являются вот перечисленные, не буду повторяться, все видят позиции. Значит, процедура решения – это консенсус. Страны, всего сейчас ОЭСР 36 стран, членов. Наше участие в попытках вступить в 2014 году была приостановлена, поскольку ввиду событий Крыма и прочих известных всем с формулировкой, ну, так называемый по-английски, там они применили глагол postponed, то есть отложено на неопределенное время.